Бурс в своем репертуаре. Удовольствие от ТАСС. Да. Это вам не в Абхазии. Это Сибирь. Здесь не было и места быть не может. Расслабленным. Только сильный духом живут в наших краях и наслаждаются шикардосом. Без очков идем. Только у Игоря одни очки. Лица закрываем. И идем спокойно. Народ встал, одевается. Сейчас покажу. В общем, припух народ. Заранее не судьба одеть. Вот образец, как надо одеваться. Кто-то знает, что такое Борус. Он здесь вырос. Ну, главное, это ничего лишнего. Вес минимальный. Обувь, та, которую не жалко. Мы ждем! Легкая, как это назвать? Это не балаклава. Баф, да. Обязательно защита рюкзака, палочки для равновесия. Ну не обязательно массу перераспределять. Просто чтобы идти устойчиво, не падать. Снег, конечно, глубокий. Начало зимы. Чего у нас? Ну не начало, а середина подходит. Подходит к середине января, все, что у нас, 12-е. Ветрище только при хорошей плюсовой температуре. Минусовой температуре, конечно. Завтра будет прям дубачок. А сейчас, как говорится, жескач. Ну, жескач — это же просто юмор наш. На самом деле это обычное дело. Ветер да ветер. Лишь бы не мороз. В перчатках работаю. Спокойно, без напряга. Товарищи подтягиваются. Вот они. Халвы наелись. Тяжелые стали. Балаклавы, конечно, нету. А зачем она? И так пойдет. Собачка мал-помалу идет. В общем, находимся мы внизу. Вышли только на фирн. Можно уже бежать. Рассказывай, как ты докатился до такой жизни, что ты чувствуешь? Нагрянули новогодние праздники, был мороз и не хватило сил никуда пойти. Нет, это я понимаю, но с диваном ты еще порамсил-то. Кто кому первый ударил? Здесь вообще ничего не болит. Руки мерзнут, правда. Да ничего, нормально. Да, перчаток. Короче, города покрылись. Перчаток? Где-то 5 пар. Перчаточки я бы другие себе взял. Конечно, эти так. Пока капюшончик это того. Что-то делаешь, а то ничего не вижу. Ничего. Че? Не, нормально, вижу. Как остановишься, мерзнут руки. Да, остановился, руки мерзнут, двигаешься. Да и в легких перчатках хорошо. Так что вот краги одевать. Ну, единственное, кого я знаю, это Юра, что при его скорости, тем не менее, одевается на краги. Я наоборот раздеваюсь. Ну, то есть снимаю всякие там варежки и чисто в перчатках. Особенно, когда камера в руках. Даже быть... Ну, в общем, главное, это что у нас мотивация? Рамс с диваном.
Опять не договорился. Пришлось идти в горы. Тут вообще великолепно. Особенно вот этот ветер, он придает такой вот колорит. Вот. Вот кто это смотрит сейчас на диване, лежит и говорит, какой такой раб с диваном. Пусть обязательно чаю. Гармония. Да. Крепенького. Крепенького чайка сейчас за нас. О. Вот люди идут по фернику. Мы сейчас два легковеса. У тебя 60, да? Тоже 60. 60 ровненько, да. И у меня 60. Я скинул там такие. Плюс рюкзак, я не знаю. Да, плюс рюкзак еще, ну, под десятку. Итого 70. А вот тяжеловесы. У них масса за 90. То есть еще и рюкзак. Со страшной силой сочувствуем сейчас. Есть, есть! Вот, три друга. Не считая собаки. Да, не считая собака, три друга имеют массу 90 градусов. Вот оно, по фернику. Я сейчас забежал. Никита забежал. Ну как забежал? Легко, зашел за мной и все. Нужны еще какие-то аргументы, факты. Убедить, что легкий вес должен быть. Это необходимость. То есть высокая грузоподъемность, высокая паропроницаемость одежды и легкий вес. Все. И ходи, наслаждайся горами. Конечно, силы. А, и гантели легкие дома. Кстати, Игорь хорошо идет. Да, Игорь прекрасно идет благодаря у него вес хороший, высокому росту. Он все же стройный. Где обещанный фильм? Идешь, проваливаешься по колено. О, это он и есть. Тут, кстати, не по колено, вот тут хорошее. Не-не, вот видишь, какой ветрище, он здесь всегда. В общем, недоволен Юра. Да вообще легко, я сейчас бегу уже. Можно одевать штаны. Штаны, говорю, одеть и все. Да. И спокойно гуляем. Мы вышли. Ничего, а так вообще все хорошо. Вышли поздно. Да. На ровном месте ждем людей. Я даже камеру достал. А почему? Да потому что 60. Еще раз повторяю, 60. И в любую гору, с любым ускорением, легко. 60 лет? Шутки шутим. 60 килограмм. Стандарт. Рюкзак 60 килограмм, да? Ну, я думаю, там и больше будет, если мы в Тойоты пойдем, скажем, на недельку. В эти красивые края идти на там 2-3 дня, но это как-то, ну, не очень. На бензин тратить. Вот оно, вот оно. Вьюга. Какая корега шикарная. Мазут, давай, 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 ты не подведи на камеру. Не подведи, братуха. Давай, проявляй энтузиазм. Сколько раз он был с нами. Нигде не отставал. Бегал вокруг. Давай, балаклава близко. Мотор? Мотор.
мотор. Ну что, Борос, как обычно, встречает нас волшебной погодой. Идем, сопротивляемся, вот. Улыбаемся, рассказываем анекдоты, как обычно. Это халву уже, едим. Такая погода уже, наверное, входит в привычку. Всегда так. Серега, давай! Все затянуто. И шиша не видать. Видать направление, идем туда. Куда-то. Ты показывал, да? Ага. Куда-то туда. Ну, как-то вот так вот. Да. Вот так вот. О, картинка, конечно, смотри, не очень смотри, ясная. Нас ждет дома диван и большая индейка. Диван-то у меня в зале. Собачка моя, непонятно, замерзает или нет. Мазов, ну, замерзает, да. Это видеоурок по зарубанию на склоне. О, так это не фирн. Скатывайся и закупайся. Да, кстати. Давайте столкнем. Вполне возможно. Вполне возможно и здесь подскользнуться и катиться прилично. С рюкзаком здесь, тяжелым. Вот, в случае падения надо. Оп. Ну, что, практика, не практика. Да тут они не... Сильно не может. Вот это ждет вас, если вы пойдете с ними. По-любому. Конечно ждет. Море настроения. Надо же доказать себе, что ты можешь. Зачем люди ходят в горы? Ну не доказывать. Затем, чтобы... Наслаждаться. Наслаждаться, да. Природой. Она такая. Природой. Что там вот ты копаешь? Дай-ка, что там у тебя? Ну, Сергей, мы тебя ждем. Лед по примеру складываем. А зрители нашего канала тоже ждут. Уже 12 минут. Зачем ходят в горы, чтобы познать себя? Вот. Ну почему себя-то? Природу. Что себя-то? Ну, себя. Все равно же это некоторые... Нет, если вы хотите ходить по горы, то нужно иметь соответствующее обмундирование. Это ты к чему? То, что у тебя его нет? Да. У нас все есть. Потому что я процентов на 40 сегодня. Все есть. Не самое дорогое, но оно все есть. Точно, ты ел мою халву, это 2%. Ну понятно, то есть тогда мы... То есть 42. 42,5. А если посчитать еще будущую съеденную халву, то все 46. Ну? Я вешу 80 килограмм, да? Потому что съел кусок пельмени. Значит, я на один процент состоит в пельмени. Логично. Ну, пока да, потом уже. А что ты вдыхаешь воздух, который на борте, да? Можно сказать, что 97%, да? Воды. Я думаю, поменьше. 80. Костная ткань. Я хожу, думаю, что это за парень? Что-то сегодня оператор не просит меня одеть пилу.